привет! Сегодня у нас последний день перед отлетом, так сказать, крайний день. Немножко расскажу о вчерашнем дне. Мы вчера были в Манчестере, как я уже говорила вчера. Походили немножко по городу, такой немножко грязноватый, конечно, городок. Для ознакомления, как говорится, пойдет. Из запоминающегося мы попали на стадион Манчестер Юнайтед Стейтс. Как? Олд Траффорд. Ну, Олд Траффорд – это улица, на которой он находится. Стадион так называется. На нем же на стадионе написано Манчестер Юнайтед. Это название команды. Ну? Стадион называется Олд Траффорд Стадион. Ну, все, я больше не могу сказать. Ну, ты спроси. На рынке мы были, да? Ничего не купили. Там рынок еды, а мы сытые, поэтому ничего не хотелось. Да и как-то быть на рынке, если честно, не очень. Хочется рисковать перед поездкой, перед отправлением домой. Ну вот, сегодня у нас свободный день. Гуляем, пошопиться, надеюсь, хорошо найти то, что нужно, и не за очень дорого. Вот.
living beach life, feeling right. You're the hottest, everybody knows. Burning up, burning up. Show 'em what you got. Yeah, you got it, baby. Let it show. Let's turn it up, turn it up. Let me know what's up. Don't just stand there, girl. I gotta know. Hot fire, hot, something like the sun in the sky. Burning up, burning up. Show 'em what you got. Yeah, you got it, baby. Let it show. Let's turn it up, turn it up. Let me know what's up. Don't you stand there, girl. День мы гуляем по забытым местам, то, что не посетили, приехали на Кеннери Варф. Варф, я думаю, это от слова верфь. Не знаю, как точно произносится. Чего нет тогда? В общем, это бывшие доки, которые перестроили в новый бизнес-центр. И это и правда выглядит очень необычно. Не очень понятно, что здесь естественно, потому что вроде все поднято метров на 10, все идеально чисто, магазины и наверху, и под землей, кругом какие-то фонтаны, дома растут. В общем, кажется, что здесь все искусственно, все построено. Такой мини-город клерков, потому что, как я понимаю, они живут здесь, работают здесь, и все магазины как раз здесь же, во всех торговых центрах, чтобы, видимо, они успевали что-то купить, допустим, в обед. Ну, живут это вряд ли. Ну, хорошо, наверное, не живут здесь, но они как бы здесь работают, едят и все покупают, потому что тут куча магазинов, и ты, видимо, можешь не успеть вечером как бы что-то купить, а здесь в обед вышел, спустился, видимо, на... Ну да, удобно, что на первом этаже большой магазин. Сотого этажа, видимо, на, там, не знаю, на минус первый. Хотя тут первые три этажа где-то все магазины. Причем в центре такая площадь зеленая. А под площадью на самом-то деле все там торговые ряды, все забито. И прям такая, такая длинная улица, которой идешь под землей. И там все магазины, рестораны, рестораны. Да? Так очень трясти вот камеру. Люди кругом все только в костюмах, ну, мужики. И женщины. Женщины в юбках, в общем, видимо, это именно клерки, какие-то служащие. И, в общем, выглядит очень необычно. Рад, что мы доехали до сюда. А вот это уже самый край, выход на Темзу. Набережная такая, да? Ну, да. Видно, что мы на самом верху, то есть мы где-то метров 10 выше, чем уровень земли. В тех местах, где не успели в тот раз. В общем, вышло все как-то совсем не так. И второй мой был страх, что
возможно, у меня было какое-то предубеждение, что он настолько чудесный, что это было какое-то первое впечатление. На самом деле нет. Вот мы второй раз здесь, и мне все еще продолжают казаться. Это автобус приехал. Ой, красненький. Продолжает казаться, что это самый такой, самый лучший, лучший город. Лучший город на Земле. Потому что здесь и правда приятно жить, здесь какие-то старые здания, ходишь, как-то приятно все там, не знаю, наблюдать. Это метро очень красивое, какое-то необычное, люди вежливые. Да метро обычное, вот ты Нет, метро вообще по отношению к московскому вообще супер-супер. Мне вот не нравится, что оно очень маленькое. По отношению к лондонскому, более такое дешевое, оно там все к такое. К нью-йоркскому. Коммерческое, там очень жарко внутри, ну да, нью-йоркскому. Все какое-то, да, здесь все какое-то чистое, прям такое приятное, вот эти вот сидушки по бокам, прям присел и как-то, хорошо как-то. Чувствуешься человеком, да? Да. И, в общем, здесь все такое необычное, как-то старина, современное, все модное. Руки устали, да? Вот видишь, я всегда так мучусь. Поэтому все было не так. Продолжаю считать, что Лондон – это хороший город для жизни. Рад, что предубеждение как бы не ушло, оно осталось, и я все так же верю. Насчет Даши не знаю, она корчит лицо и говорит, что нет, это не так, и все прочее. Как она корчит лицо? Я не знаю, это невозможно передать. Поэтому хорошо буду закругляться, было интересно. Рад, что мы приехали не на 7 дней, а чуть побольше, и нам вообще всего хватило, да? Раньше разве что пива было мало и стейков. Мы как-то не любители поесть, поэтому когда никто не тащит в ресторан, мы сами как-то любим. Вон, кстати, метро, которое наземное. Надо бы туда сейчас идти. Все, оно же уйдет. Не дать ничего. Ну все, бай. Все тогда.